Электриков не видать, и их незаметно. Бегать с одного места на другое – это не моя черта характера. Тобольск тогда был, ну как сказать-то... Меня с детства привлекала, как сказать, работа именно со схемами, с электричеством. То есть увлекался радиотехникой. Понятно, что когда начинал, не было такого багажа знаний, что сейчас уже большой багаж. То, что работал на оборонном предприятии, то есть там другие были технологии, которые не применялись в гражданском строительстве, например. Там другая организация труда была. Ну, естественно, это все сложилось к тому, чтобы работать так же. Тобольск тогда был одна улица, Клара Цеткина. Вот. Остальное там микрорайонов не было. Первый, по-моему, толчок положил это Дзираев при строительстве комбината. То есть очень много было приехало строителей по комсомольским путевкам, ну и, как говорится, уже обслуживающий персонал. В наш период на работу на НКК у нас были зарплаты такие, очень-то даже и низкие были, когда можно было уйти в другое место. У меня много учеников, которые тоже прошли и ушли работать на север. То есть там тоже большие зарплаты по сравнению с нами. Но бегать с одного места на другое – это не моя черта характера. Ну и я люблю свою профессию. На таком предприятии работать – есть гордость. Когда начинаешь, например, рассказывать, на какой площади, какие объемы, там, сколько людей работает, то гордость за свое предприятие у меня есть, да. Глобально от нашей работы вроде бы не так много зависит. Наша работа незаметная. То есть пока горит свет, пока, как говорится, все есть, все работает, электриков не видать, и их незаметно. Мы занимаемся ремонтом оборудования, то есть по графику ППР, график предупредительных ремонтов. Ну и по мере, как говорится, выхода из строя, каких-то ситуаций оборудования, мы его ремонтируем. А пока все работает, это все хорошо. Я люблю свою работу, когда видно результаты труда. У человека в нашей профессии нужно, кроме просто ручками работать, нужно еще и разбираться в схемах. То есть это надо быстро найти, быстро устранить причину, сделать и запустить в работу, чтобы это работало. Прежде всего, если какая-то работа предстоит, то надо оценить риски, то есть чтобы выполнить ее качественно и безопасно. Сейчас самое первое все-таки это безопасность. Ну и в основном-то это не индивидуальная работа, потому что один ничего не сделаешь. Как раньше говорили, один и в поле не бывает. Наши люди, ну вот если взять действительно, что многие очень гордятся своей организацией, это прежде всего все-таки сплоченность в первую очередь и доброжелательность, наша черта нашего, как говорится, наших работников.